Наблюдатель, свидетель событий, войны в Крыму, масса жертв, все в дыму, перемирие полотенца. Нет, самому совершить поджог роддома и самому вызвать пожарных, прыгнуть в огонь и спасти младенца, дать ему соску, назваться его отцом, обучить его складывать тут же из пальцев фигу. И потом, завернув бутерброд в газету с простым лицом, сесть в электричку и погрузиться в книгу о превращениях красавиц в птиц и как их места зарастают пером, ласточки, цапли, дрофы. Быть и причиной, и следствием, чтоб энное лет спустя отказаться от памяти в пользу жертв катастроф. 1987 из Парменида.